Привет, сынок. Привет. Как дела? Нормально. Людочка, ты что тут делаешь? Тише, тише, нельзя такое показывать. Всем привет, ребятки. Всех приветствую на своем канале. Мы, значит, что, за грибами приехали? Да. Ты грибник? Да. Ты взял с собой ствол? Да. Сейчас охотиться будем, да? Но. На охоту приехали. Сына привез на охоту. Да сразу грибочков пособирать. Ну, пошли. Да, тут что? Вот тропинка. Туда. Есть, да? Ну. Значит, уже были здесь грибники, наверное. Посмотрим, что. Что у нас сегодня с грибами? О, нашел, смотри. Уже кто-то был. Да. Плохой или что? Вообще не знаю. А баба какая-то. Сыроежка или что? Ну понюхай грибами, как пахнет. Что? Но. Уже все до нас собрали. Ну, вот, но. Вот какие-то грибы. Это что за грибы? Я вообще не знаю. Точно нельзя. Нельзя, да? Старый, нормальный гриб, что-то. Старые грибы. Какие старые? Берем. На зажарку пойдет. Вон они. Вот какой-то гриб. О, смотри. Вот он. Это нормальный гриб. 100 пудов. Это дом? Да. Понюхай, как пахнет. Ёпти, сейчас наберем грибов. Ну. Объедимся нам. Да, и начнем веселиться. Так что ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну. Где? Ну. По красоте, да? Надо будет это хоть кому-то заехать, кто понимает, что там перебрали грибы. Вдруг это поганка? Я вообще не понимаю, что но это. Но напишите комментарий, ребят. О, интернет есть, сейчас загуглю. Точно, ну-ка давай проверим. Сотовая связь хоть была бы тут. Не в зоне доступа сети. Что по интернету будет говориться? По распознаванию это, да? Ну. Тут уже были люди. Как его сфоткать-то? Сверху, наверное. Шляпу надо фотографировать. Что ты фотографируешь? Во. Ничего не пишет. Интернет плохой. Но. Интернет слабенький. Интернета нету, но... Я нашел грибы? Нашел грибы? Где? Нашли. Где? Еще один, но поганка. Это поганки. Вот. И вон там еще. Пошли за нами. Тут уже все для нас облазим. Вот, но. Нам грусть нужен. На засолочку. Такой же? Вот они, да? Вон и вон. Вот, ну. Может, это грусть и есть. Ой, нифига какие большие подшипы. Кто? Какие вот грибы? Это грусть, вот он грусть. Вот это реальный грусть, вот я нашел. Нифига как растут классно. Вообще. Не подожди меня. Че, ты сфотографировать хочешь? Посмотреть. Фига прям как они выросли. Смотри. Но. Вон они, видишь, какие. Но. Вот это грусть срезай. Там еще тоже пока они другие. Вот эти вот с выемками. Вот такие. Ну это вот, видишь, уже как бы, наверное, старый, да? Ну чистый, да? Угу. Вообще. Но. Что, в пакет? Ну, я тебе тоже положила. Положила, положила. Комментарий, видишь, пишут хороший.
Но. Ну, уже на полбанки есть. Такие же, сынок? Другие, да? Тоже смотри какой. Но. Чистенький. Вообще, да? Точно грусть? Да. 100% вот, грусть. Вот он слип. Не, хотя не. Он и влезет. Все нормально. Вон их обрывали, да? Или нет, или это что? Не знаю, там другие. Какие-то другие вон, да, смотри? Малюськи, да. Да, я видела. Нам вот эти нужны с выемкой только. В основном. На засолочку. Ладно, пошли дальше. Во, нифига себе, ты целую поляну нашел. Сыроежка или что? Вон они. Это в другой пакет, наверное, их надо складывать. Вон, фига грибов. Ты думаешь, это хороший гриб? Да фиг его знает, отрезай. Нет, да? С этой. Они такие и есть, я тебе говорю. Вот с юбочкой? Да. Что за гриб, ребят, напишите. Бери, будем перебирать. Вон, смотри, сколько их. Все усыпано в них. Здесь еще сегодня медведя не было. Так что забирать надо. Ну не ты их надо срезать, наверное. Ой, какой черный. Ну и что, что черный? Вот они черные, что. Все разные. О, вкус обалденный, вообще обалденно, вкусно. Прям грибом вот это мясо натуральное, но. Ну что, выдает что-нибудь, нет? Интернет плохой. Плохой, да? Пойдем, не будем их брать, те только искать тогда будем. Но пошлите, ребятки, дальше. Туда, нам обратно. А что, вот надо в кусты туда залазить как-то, мне кажется. Мне кажется, мы тут. Вот еще один белый, да? Вон какой-то, видишь? Где? Вот. Но. А вот это тоже, смотри, вот другой сорт какой-то гриб. О, слышишь? О. Вообще другие. Он какой-то это, слышишь? Как слизистый. Срезай, вот это тоже грусть. Старый, старый думаешь? Ну-ка, дай нож. Видишь, какой? Ну, а тут другой запах. А, ты не можешь, да, запахи? Как интересно стало. Вон белый, вон их там, смотри, сколько вон. Да вот, вот он. Но. Ай, не, мы туда не пойдем. Никак. Вот он. А вон там. Вот они, больше. Видишь, какой чистенький, хороший. Дальше что? Вот, да, не пойдем туда или что? А вон как? Там, я не знаю, надо залазить как-то в лес. Тише, смотрите, я пойду. Нет. Это опять этот же. Да. Куда забрел, сам не знаю. Тут надо раскопки вести. Вот они, груздички. Все где-то под травой. Но. Раскопки. Только что тут проходили, опять уже свежий же растет гриб. Их еще уметь надо собирать. Знать, как, чего, видишь. Да. Там вообще малюсенькие, хорошенькие, таких бы, да? Но. Прям аккуратненько. Мы же первый раз. Да, мы первый раз, как первый класс. Ну что, давай. Следующий раз. Где кого, вали. Брать. Стреляй. Вот был, пропал. Был, да, уже? Черные глаза, я по тебе скучаю. Все, ладно, идем новое место искать.
Вот это наход так наход. Вот это натуральный гриб. Смотри какой, ну-ка отрежь. Что это? За гриб, ребят, напишите. Вон, смотри, сколько их. Ну, вот этих много, да? И вон еще тоже. Съедобные, нет они? Где другие? Вон их там вообще, вообще куча, да? Да. Ну-ка, подержи-ка. А значит, это какие-то... Что тут внутри? Какой? Вон он какой. Он такой нежненький вообще. Классно так. Ножка, посмотрите, как растет. Гриб. Спионка как будто бы идет. Вот это такая нежная, вообще мне так она всегда нравится. Но это, наверное, чистить, да, на вот сюда? Угу. О, вкуснятища. Грибнотища. Да, их тут этих много прям. Ну все, собирай их. Наберем их, хватит. Пошлите дальше. Не, это точно не грустно. Не те, да? Нет. Это прям по... Я не знаю, да, я посмотрю. Матрешка какая-то. Ну, он, наверное, вот только начал. Потом будет все больше и больше детеныш. Но. Эх, детенышки, восьмого вырастет. Что, есть тут еще, что нет? Пошли дальше. О, красный гриб. Красная сыроежка. Вон еще, смотри, какой маленький. Кто? Срезай сыроежки тоже. С баболидой будем жарить картошку. Ложи. Это вообще какой-то офигительный. Ну-ка покажи нам. Вот. Вон. Вообще. Ой! Скользкий. Пойдем. Упал. О. Что-то едет? Да. Срезай. Нате, пакет. Да. Что там, кто едет? Проедет? Да кто с ним едет? Нету, говорит там. Не ездите туда, все понятно, зая. Да. Так же? Я не знаю, зая, вот это. Я не знаю. Какие-то хорошие. Но на УАЗике вообще нормально. Это из Патриот или нет? Какой Патриот? Простой УАЗик. А, точно, это был УАЗик. Смотри, вон под березой такой. Но вон он какой, сынок. Но. Вообще, ой. Что за гриб? Не знаешь? Я не знаю. Вон еще, смотри. Но, еще растет. Все, пошли дальше. Вот еще. Есть, да? Вот он. Где, сынок? Не знаю, грусть, наверное, срывай. Не понять. Мы сильно же не разбираемся. Ложи, лисичка. Где? Но тоже. Ну-ка срежь. Это что за гриб? О, какой, да? И тяжелый такой, весистый. Вообще. Вот, смотрите, вот. Что? Я лягушечку нашел маленькую. Где? Срезай грибы. А лягушечка вот она. На, бери. Бери, что ты боишься. Пусть шевелится, щекотит тебе. Не хочет. Где? На. Мама, я лягушечку поймал. Вот, держит. Угу. Лягушечка, помоги нам груздей найти, да побольше. Все, отпускай, пусть исполняет название. Давай, срезай.
Нормальный, да? Ну опять такой же, да? Водяной. Водяной, да? А вот это? Где? Ну это опять эти же. Красивые такие, да? Маленькие, да? Пошлите далее. Дальше, дальше Людочка идет. Смотри, какой я нашел. Ну-ка, рубай его. Он что-то дырявый или что-то проснул его? Ага. Что за гриб? Он, по-моему... Сбит уже, да? Фу. Вот у него. Не, в нем букашки. Ну все. Сухой, наверное, гриб. Знаешь, как эти сушат? Некоторые же сушат на веревочку-то. Ага. Вот что-то. Вот есть оно у меня тут. Ну-ка, где? Вот. Вот еще тоже. Вот, вот. Вот эти срезай. Там еще рядом, да? Угу. Красиво в лесу. Свежий воздух. Просто обалденно. Лес Сибирь. Просторы от души душевненько. Ну, а нафиг он нужен? Где, сына? Да. Да? Ты думаешь, это мухомор? Да, он же должен с белыми быть. Да? Ну. Ой, а вот это что? Фиг его знает. Мама, иди сюда, посмотри. О, какой красивый. Да. Ага. Ну, он тоже... Вот, ну. Черный, да, прям? Вот это, может, тоже сухой какой-нибудь гриб? Нет? Конечно. Вон он какой. Не будем брать? Так-то чистый, хороший. Ты это зачем вот ломаешь, снимаешь, потом люди тебе скажут нахуй. Мама, чё? Вот, смотри. Балуешь? Ну. Один хуже вот пропадет, да, зая? Ну. Вот, смотри, зая. Что тут нашла? Желтые грибы? Ну. Не знаю. Вот где мы нашли много маленьких, это вот эти вот были. Ну? Ну вот они сзади тебя, посмотри, сколько тут. Я вон. И говорю, вот они. Иди сюда, сынок. Срежь. Вот эти все. Это желтые? Ну. Смотрите, я какой гриб нашел, офигенный. Как он красиво растет. Смотри, какая у него длина. Вообще, да? Смотри, и этот детеныш растет. Вон он. Ну, только не ломай его. Пусть растет, да? Но. Вообще красиво. Ножку покажи. Но. Там что? Вон что. Что за гриб, ребят? Напишите в комментариях, кто знает. Эй, грибы, грибы! Вы же где мои? Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Сынок трудится, трудится. Грибник. Грибник будущий. Тут уже были народ. Был народ. Вот еще какой-то. Это опять этот. А бабка какая-то. Вон. Твердый такой. Вон еще этот. Такой же. Смотри, красный, сынок. Вообще. Красивый тоже. А что это? Ты знаешь? А что, нормальный гриб? Ну, этот будем брать? Режь. О, смотри, у него тоже так же. Да? Пленочки снимаются. Может, его нельзя? Это может... Мама, у него какая-то пленка снимается. Не надо его. Пусть растет. На следующий год заберем. Ага. Но. Если он выживет. Идем дальше. Надо хоть пакетик-то маленько на жареху-то набрать. Все, приехали-то просто так. Погнали. Но. Ну-ка, дай-ка я посмотрю. Смотри, сынок, иди сюда. Смотри, как растет. Ну, это они его отрыли, да? Да. И не взяли. Но. Вот.
А что это вообще за... Грусть, да? Нет, да? Думаешь, не грусть? Вот тут, наверное, тоже нет. Вон, смотри. Давай, давай, вот он. Ну вот они и такие срезали. Вот и нормальные где-то. Это груз, да? Да-да-да. Ложи, бери. Хоть такие, на. Да тут мы срезали. Какой? Вот этот огромный. Ну, вон тот, видишь, срезали, этот не стали. Нафиг он нам нужен, старый. Огромный. Давай заберем, да? Хоть что-то. Ну. Может, будет день гриба. Но. Выиграем. Резали, да? И говорят, нету, да, грибов? Офигеть, они какие-то. Кинули. Буду эти есть. Пофигу. Хоть что-то, чем ничего. Они не видели, да? А, роешь? Да все, обратно. Пойдем, да. Это червивые они не взяли, да? Угу. Вот это, да? По-моему, да. Так же. Видишь, что-то червивое, да? Угу, плохое. Обработаем. Ну сейчас. Пошли. У нас тоже так-то есть, если что. Мы тоже роем. Смотри, какой красный. Угу. И вон. Смотри, что там? Какие хорошенькие. Смотри вообще. Дети, да? Ну. Это ты нарыла, что ли? Да. Вон, папа, смотри, красный тоже. Что, это грузит? Да я не знаю, наверное. Но они же брали их, видишь. Значит, они что-то с ними делают. Надо зарыть, брат. Грибы еще все разрыло. Тут что? Тут рыло что-то, не знаю. Да все тут один, наверное, был. Пошлите дальше. Нету грибницы? Весь раз этого нет. Ну все, время. Время-то тоже. Гриб растет. Пойдемте дальше. Что у нас еще найдем? Вот, смотри, какой-то. Ну. Туда надо идти, вон туда, вон, мне кажется. Где хвоя, да? Пойдем. Ну что ты нашла, Любочка, показывай. Красивый, да? Вообще, ну-ка переверни. Угу, чистенький, да? Угу. Ну один, да? Но. Такой же. Нет, это не то. Не то, да? Мне кажется, не то. Да, он еще маленький. Я маленький находила. Куда они? Коричневатый. На мопеде. Ну что, есть грибы, нет? Вот это вот. Ну, это грусть, да? Да, сухой. А вот это, смотри, что это? Тоже грусть? Такой взял? Да. Да? Да, они, блядь, вот такие вот шляпы там. То есть вот без разницы, пофигу их можно, да, брать? Конечно. Конечно, вот их и берем. А мы не грибники. Вот их и берем. И мы все, да? Только и берем. А вот это что такое? Больше вот это. Вот это рыжик. Это рыжик, да? Да, да. У него, видишь, вот такая вот полоска, где четко выделено. Но. Как бы стареть начал, на них плохо. Но могут их а вот. Четко. Это грусть, да? Нет. Нет, да? Это, видишь, бахрома на краях. Это волнушка. Но ее тоже можно что-то, нет? Как грусть, короче, и не жарится. Вот это все солится. Вот это все, да, тут? Все солится, да? Есть бабки такие, большие шляпы, мягкие. Ну вот это, вот это что? Вот это. Это поганки. Поганки, да? Это сыроежки.
они краснее бывают. Ну да, да, да. Это сыроежка. А там я был на том. Вот они. И вот такими бугорками ищи. Вот они. Ага. И все, вот такие бугорки, короче. И которые я вот на рынке беру со сметаной. Оно? Вот, оно, вот. Да? Ну, раз, со сметанкой. Да, чик-чик. Да. Вот самое вот они, блин. А вот это? Нет, да? Это, знаешь, тоненькое. Грусть, все, да? Грусть, он, видишь, какой тяжелый. Но. Бугорки искать, да? Да тут уже все уже пролажено. Короче, иди до конца. Пролажено, не пролажено, все не найдутся. Один фиг, да? Да, мы за ними шли, блядь, и набрали вон два пакета. Они на ниве, блядь. А что, как им, что делать с ними? Короче, чищу и солю, и все? Короче, замачиваешь но их в воду. Так. Чем-нибудь придавишь, чтобы они... Прям вот так, да? Промыть, да? Да? Прям ну, это, ну, поболтыхаешь, сольешь эту грязь. Ну, у меня ванна дома, я в микрорайоне. Да, да, в ванну. И, короче, полежат ночь. Тогда ага, откиснет вся грязь от них. Ага. Особенно от которой в песке. Ну да, да, да. Дороги. И утром, или сейчас можно вечером сразу их. Ну я сейчас приеду. Тасы, да. И чисти. А потом. А много нет уход. Ну, то есть литр здесь будет. В два раза уменьшается, как, да? Как бы не в три, блядь. Не один к одному, да? Я, короче, раз нарвал ведро полное, блядь. Ну, нарвали, пол, вон еще, смотри, посередине, блядь. Но, ага. Даже, блядь, вообще, да? Вообще, грибов валом, блядь. Так что ходите, блядь, до конца, идите прям. И вот прям по вот обочине, блядь, посередине. А я еще в том лесу, в другом маленько был лесу, там какой-то такой грусть другой, прям вот так завернутый вот сюда. Вот, есть такие, но кверху вот так, как лисички, блядь, есть кверху. Ну вот, там не такой лес, там где-то тальник, что-то такое, береза, короче, такая. Березы, сосны и... Давай, где ты тут нашла? Вот он. Вот сюда как они растут вообще просто. Красота. Да, вообще. Я хоть их и не ем, но это очень красиво. Да и интересно собирать, да? Mm-hmm. Адреналин-то, знаешь. Ну, видишь, какой. Но. Ну, еще. Ложи, обработаем, помоем, почистим. Прячь, прячь наши места. Идем дальше. Уже вон сколько насобирали, ребят. Смотрите. Вроде есть помаленечку грибки. Собираются. Грусть. Грусть собирается. Так что мы немножко сгруздемся нынче. Первый раз в лесу, как в первый класс. Сыночка, как, скажи, тебе нравится в лесу ходить, грибки собирать? Да. Все нормально, да? Угу. Расскажи сказку. А знаешь что, расскажи, расскажи, как ты первую пятерку-то получил в школе? Вот он. Где? Где, где, где? Ой, семейство нашла. Людочка, семейство нашла. Плохой. Э? Плохой. Или синий, или нет. Смотри, во-во-во-во. Не наступить бы тут. Нормально все, что-то. Все это он сказал отмочиться. На сутки замачиваем. Маленький, да? Угу. Эх. Пропустили, да? Вот он, нет. Вроде маленький, а уже начинают, да? Червить. Вот это наход, Людочка нашла. Сына, так, не ходи. За нами только ходи, а то наступишь. Раздавишь. Ой, какой красивый. Чистый вообще, чистенький, да? Чистенький. Но. Идеальный. Ты видишь. Вот на. Но. Ой. Там порой. Во. О. Прикинь, просто, да? Вырвал. Вообще, на. Вообще, да? Нормально. Встань-ка. Встанем. Вот давай. Сюда отойди. Вот сюда. Вот. Где-то тут вот он. И вон там еще один. Все.
все нормально. Находы есть, да? Лес запомнил. Да этот уже пропащий какой-то. Поет. Сварится, да? Обжарится. Все, да, здесь? Может и есть, фиг все увидишь так же. Да? Но. Да, поехали дальше. Вот. Вот он, видите, как растет. Просто вот. Гриб офигенный. Складывайте. Вообще, вот он. Не рви только. Не-не, зачем рвать? Подочистить. Вообще красота. Ой, красивая. О, еще вот. Нашел. Ну, видите, я тебе нашел. Но. Все, мам, нету. Ой, все пушечный. Вот еще, да? Да. Нормально. Вот, смотри, пап. Где? Но. Прошел. Я видишь? По нему сейчас только что прошел. Да. Конечно. Раздави. Наверное. Вот, аккуратно. Стойте на месте, не ходите. Тише, тише, Людочки, паника. Стойте на месте, все стоять. Всем стоямба. Что? Двигаться запрещено. Давим, давим мы. Есть? Ой-ой-ой-ой-ой. Шикардос. Бомбические. На. Бомбический наход. Что-то подгнил. Ну. Вот. Мам, не знаю, что тут. Твоим носом был. Ну, вот. Наступали. Нет, да? Нет. Берем. Мам, сзади тебя еще один маленький. Этот? Да это не то, наверное. Да то. Это не то. Да то. Ну-ка, подай палку. Палку дай, палец. Нашел ты, да, сына? Да. Хороший улов. Вот ищем, ищем дальше. Так, ну что, мы все. Все. Пришли к машине. Добрались. В общем, собрали. Вот только. Груздя. Груздя вот насобирали. Нормально. Хватит. Сколько насобирали, столько есть. Вот они какие, ребят. Так что всем спасибо за просмотр. Мы переобуваемся. Едем домой. Так что все. Можно переобуваться. Вот такой вот лес у нас тут. Все классно и хорошо. Ой, отлично. Погуляли на свежем воздухе. Да, сыночка? Да. Понравилось? Да. Усталость, да, появилась? Да. Устаешь по лесу ходить, да? Угу. Но такие вот делишки. Так что ждем Людочку, где-то еще Людочка там потерялась, отстала от стаи, отстала от стаи, сейчас придет, ну. Еще сейчас ведро принесет, все, сейчас идет она, вон она, но. Что, ты еще набрала? Маленько. Маленько? Сколько? Питка, малеха. А, высыпай. Да? Перекладывать, но нормально. Вообще, да? Кофты пришлось пожертвовать ради ваших грибов. Ну какие. Красотули. Ребятули, да? Спасибо за грибки. Да это не знаю, что. Ну, что-то другое. Так что вот, все нормально. Вот одни грибы. Это вот в одном лесу. Но эти такие же, посмотри, нет? Угу. Одинаковые, да? Или нет? Похоже. Все одинаково. Но это как-то пожелтее, может постарее что, да? Вот это вообще какой-то другой. Выкидывай. Да не надо ничего выкидывать. Бичи сожрут. Все, ребятки, давайте. Всем покедова, Людочка, давай. До новых встреч. Не скучайте. Все. Автоматчик. Стреляй. В утку. Давай, бей.
Ничего себе. Куда упала? Беги в поле. Забег делай, но. Все, давай.